Всем привет! Сегодня буду делать первое ТО на МТЗ-892 трактор на гарантии. Вот с техноторга сегодня привез масла фильтра, масло двигателя, коробка с мостом и передний мост. Прокладки крышки клапанов, верхняя, нижняя. И вот дали такую вот тубу 400-граммовую Q8. Масла уже слил. С двигателя еще немного там капает. С коробки, с моста уже все. С моста, когда откручивал пробку, случилась небольшая авария. Но уже все под контролем. Теперь нужно поменять фильтра и буду заливать масло. А потом займусь передком. Выкрутил я масляный фильтр. Вот такой вот у меня съемник есть. Такими работаю. Пока в использовании проблем никаких не было. Вот новенький фильтр. Сейчас смажу колечко маслицом и буду вкручивать. А вот старый топливный, новенький. Сейчас вкручу его, закачаю топливо и заведу трактор, пускай поработает немного. Подобрал я лейку повыше, побольше и буду заливать маслицо. Если работаете не своим навесным, то совет чаще менять масло в гидробаке и фильтр. То неизвестно, какое масло заливают. Фильтр поменял, крышку 4 болтами равномерно зажал. Крышку подрывал отверткой вот отсюда бы. Аккуратно, поскольку там стоит резиновое кольцо. Крышку клапанов снял, позвонил другу, он пришел, посмотрел клапана, сказал, все отлично, еще погонять часиков 100, потом можно будет посмотреть. А пока здесь буду ставить прокладку и закручивать крышку. И дальше буду мазать выжимной. Открутил здесь пробку. Вот цилиндр. Раз. Вот здесь вот. Два. И вот тоже. Здесь нужно будет и здесь помазать. Вот. Смазку дали. Будет все отлично. Перешел уже к переднему мосту. Слил вот масло. Скапывают остатки. Сейчас сливаю вот здесь. Почти полное ведро уже слил. Сейчас будет еще одно. Вот. Стружка блестит. Все притирается. Сейчас здесь солью и буду дальше сливать. И буду заливать. Масло позаливал передний мост. Нужно будет только вот эти вот потеки повытирать. И в принципе первое ТО на этом окончено. Если вам понравилось видео, ставьте лайк.
Подписывайтесь на мой канал, еще будет много интересных видео. Всем пока! Первое ТО сделал и дальше к работе, культивирую под подсолнух. На данный момент уже 66 моточасов. После первого ТО наработало 16 моточасов. Вот стал на ровном месте, проверил уровень узде масла. Вот коробки масла, уровень чистая, такое, как и должно быть. Масло в двигателе проверил, тоже уровень, пока место еще чистенькое, светлое. Ну, надеюсь, второе ТО уже приедут, сделают. А не, будем дальше сами делать.